Российский рубль начал 2016 год стремительным ростом на мировом валютном рынке. В первый день торгов нового года курс доллара к рублю на московской бирже упал на 79 копеек до 72 рублей 8 копеек. При этом евро подешевел на 1 рубль 17 копеек, опустившись ниже отметки в 80 рублей 79 рублей 26 копеек. Укрепление российской валюты вызвано вслед за подорожанием нефти. Стоимость черного золота марки Brent выросла на 3,35% и составила 38,18 долларов за баррель. При этом нефть WTI на Нью-Йоркской бирже подорожала до 38 долларов за баррель. Резкий рост курса произошел из-за конфликта Саудовской Аравии и Ирана. Эр-Рияд объявил о разрыве дипломатических отношений с Тегераном после атаки на свое посольство. Напомним, атака произошла после казни в Саудовской Аравии шиитского проповедника. По мнению экспертов, в ближайшей перспективе рост геополитических рисков на Ближнем Востоке окажет положительный эффект на нефтяные цены и, как следствие, выступит фактором поддержки для рубля. Однако, несмотря на это, прогноз курса на конец января, по версии аналитиков, составит 75 рублей 67 копеек за доллар и почти 83 рубля за евро.